И возвращаясь к теме празднования Дня учителей и наставников, торжественные мероприятия прошли в высших военных образовательных учреждениях Министерства обороны страны. Профессорско-преподавательский состав поздравили и наградили ценными подарками. Даже самая совершенная боевая техника может быть эффективна только в умелых руках. Высококлассных специалистов, умеющих грамотно эксплуатировать грозные боевые машины, уверенно управлять подразделениями, готовят в высших военных образовательных учреждениях страны. В нынешний век глобализации, информационно-коммуникационных технологий в воспитание образованного и интеллектуально развитого поколения вносят огромный вклад учителя и наставники. С профессиональным праздником, Днем Учителя, поздравили педагогов, руководителей и работников образовательных учреждений системы Минобороны. Поздравление от имени главы военного ведомства транслировалось по видеоконференц-связи во всех военно-образовательных учреждениях страны. Как было подчеркнуто, сегодня совершенствуется эффективная система военного образования, отвечающая современным требованиям подготовки, переподготовки и повышения квалификации офицеров и сержантов. При этом широко применяется опыт, накопленный в вооруженных силах ведущих зарубежных стран. Сплав знаний и опыта демонстрирует профессорско-преподавательский состав Академии вооруженных сил. В этом высшем военном образовательном учреждении, как отмечалось, применяются новейшие подходы в области подготовки военных кадров, командного и штабного звена. Группе профессоров и преподавателей, работающих в системе военного образования, были вручены очередные воинские звания, медали и памятные подарки. Почетные знаки отличия получили профессионалы, воспитывающие истинных патриотов страны.